Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Большинство из вас не знают моих книг, либо же они там наслышаны о целительных силах, там, об уринотерапии. И вот даже мне пишут, вот есть такие авторы, которые там вот чего-то достигли. Это очень хорошо, это очень хорошо. Не возражаю, и да, я даже знакомлюсь с этими авторами по вашим подсказкам. Ну, позвольте мне вот представить мою книжечку «Закаливание и водолечение». Такая вот есть работа. Мною написана, кстати, когда она написана? А, не указано, но она где-то написана в 2000, там, где-то втором, четвертом году, если не раньше. То есть меня интересовал феномен водолечения и закаливания, и поэтому я прошелся по этой теме. И вот смотрите, опять-таки, вот я люблю, знаете, прежде чем чем-то заниматься, надо понимать механизмы, как это действует. И вот введение, тема 1. Механизмы закаливания, холодовое воздействие на организм человека, тепловое воздействие на организм человека и процессы, которые им активизируются. Контрастное воздействие на организм и процессы, также активизируемые этим действием. То есть, вот, слышали обливание водой? Либо парная, а что именно происходит в это время в организме? Для чего мы это применяем? Далее уже идут, когда мы познакомились с механизмами воздействия, закаливания, уже идут общие рекомендации при проведении закаливающих и водных процедур. После можем что-то рекомендовать. Тема 2. Описание закаливающих процедур. Что, вот что можно использовать? Водные процедуры. Значит, что делает, допустим, водная процедура? Вот механизм доразвития водных процедур. Растворяющие и удаляющие механизмы водных процедур. Водные процедуры, нормализующие кровообращение, согревающие и увлажняющие эффект водных процедур. Энергетический и стимулирующий эффект водных процедур, лечебный эффект. Кстати, забыл сказать, с помощью водных процедур можно избавиться от сильнейших ожогов. Ну, допустим, вот мне рассказал случай, этот сам потерпевший, когда он что-то там делал в машине и вырвался вот этот горячий пар с радиатора и что-то там опалил ему руку. То есть вот этот вот крутой, можно сказать, кипяток брызнул, должны были подняться в волдыри, шкура слезть и там долго выболеть. Что он сделал? Он сразу же побежал домой, благо дом был рядом, и под холодную руку подставил эту, вернее, под холодную воду подставил свою эту обожженную руку, и несколько часов он так ее держал, не один час, не два, а несколько под струей вот такой прохладной, холодной воды. В итоге на следующий день, как он говорит, ничего не было, ни ожога, никакого следа. Под каждым этим названием мною описан механизм, а как же это действует, как это применять. Далее идут морские купания, морской воздух, солнечный свет и море, морская вода. Как купаться в море? Другие закаливающие лечебные процедуры, местные водные процедуры. То есть водные процедуры могут быть как общие, так они могут быть и местные. Что, что и когда. Тема 3. Конкретное применение закаливающих и водных процедур. Уже теперь переходим конкретно. Вот. Всем надо конкретно. Вот у меня болячка тута. Что вы мне скажете, проглотить, помазать или что сделать? Больше меня ничего не интересует. Поэтому такой эффект соответствующий. А вот лечение верхних дыхательных путей. Когда мы знаем механизмы воздействия всего этого, теперь нам понятно, что надо применять для лечения верхних дыхательных путей. Второй – банный жар и подавление активности вредных микробов.
Третье. Лечение ушибов, травм. Четвертое. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Пятое. Баня и гипертония. Шестое. Баня и лечение ревматизма. Седьмое. Баня и редикулит. Восьмое. Баня и подагра. Девятое. Баня и астма. Баня и лечение рака даже имеется. Баня и сахарный диабет. Оказывается, при сахарном диабете можно использовать баню с большим таким эффектом, особенно при сахарном диабете второго типа. Баня и почечные болезни. Когда организм начинает потеть в бане, то снимается нагрузка с почек. То есть это можно использовать в своей оздоровительной лечебной практике. 13. Баня и восстановление после операции болезни. 14. Баня и заболевания сосудов. 15. Банная процедура как физическая нагрузка можно использовать. Банный жар и снятие усталости. Банный жар как метод прижигания. 18. Применение бани при ожирении. 19. Банный массаж. Далее идут вот такая тема, как странные обычаи, связанные с водой. Раз. Забота о ступнях ног. Как мы можем заботиться, с помощью чего? Тема 4. Закаливание детей, закаливание новорожденных и грудных детей. На примерах, там это не просто я вот пишу, это огромный труд проделан, систематизированы разного рода специалисты, которые этим вопросом занимались. Закаливающую процедуру Никитиных, семья Никитиных такая была, наверное, она и есть. Они вот посвятили себя воспитанию детей. Очень интересно у них. Наблюдение в этом вопросе. Сейчас, конечно, дети уже выросли. И тема 5. Детка Порфирия Иванова и заключение. То есть в детке, в теме 5, подробно разобрано, что это за система, на чем она основана, какие-то частности, рассказ специалистов, которые занимались. Ну и вот в таком вот духе. Лечение керосином, тадикампом и другими углеродистыми соединениями. Супер моя книга, то есть мне интересовал этот вопрос, и я решил исследовать его для себя. Как всегда, я стараюсь работать, ну, добросовестно, чтобы не кому-то что-то это преподнести, а самому разобраться, что такое керосин, как он работает, и с успехом его применять. Ну вот содержание этой уникальной книги. Как я себя образовал? Не просто вот как вы, а вот можно применять, а вот, а там она поможет, а здесь она не поможет. Ну, вернемся к нашему содержанию на лечение керосином, тадикампом и так далее. Значит, введение. И тема первая. Немного истории. Нефть. Что это такое? Нефть. То есть из нефти добывают этот же керосин там и это. Что это такое? Как его там применяли древние? Как его применяют настоящим? И прочее, прочее, да? Так, битум иудейский, асфальт, нафталан, нафталанская нефть. Вот это все, так сказать, немного истории. Раз. Нефть и нефтепродукты применялись 1000 лет назад, если не больше. Уже люди использовали, уже целители описывали их свойства и рекомендовали при тех иных заболеваниях. Важно понять, откуда растут ноги. Тема 2. Свойства нефти. Вот теперь мы вернулись из современные, как бы сказать, исследования, что такое нефть, ее свойства, ее составы, прочее, чтобы мы знали. И только после того, как мы узнали, что такое нефть, мы начинаем тема 3. Лечение керосином. Какой керосин используют в лечебных целях? Очистка керосина, если она нужна. Как я сейчас вот понимаю, я против этой очистки, потому что тот керосин, который применяли наши бабушки и дедушки, даже прабабушки, именно он ничем не очищался, он был масляной. И вот эта вот масляная эта жидкость мягче действовала на кожу, нежели тот керосин, который очищенный, который уже, грубо говоря, вот действительно он жжет все.
Вот именно тот керосин желательно использовать. Ну, очистка керосина, пожалуйста, рассказано. Так, некоторые лечебные механизмы применения керосина описаны. Старинный народный способ лечения ревматизма, популярное народное средство от ревматизма. То есть применяли керосин тогда, когда вот как раз болели суставы, когда болезни связаны с охлаждением. То есть керосин способствует тому, что он вытесняет из организма, бьет по патогенную энергию холода, и за счет этого благотворно действует. Плюс он еще действует как антибиотик широкого спектра действия, как от микробов, так и от грибков. Народный способ лечения ангины очищенным керосином. Ну, великолепное средство. Если бы я тогда бы знал бы, что я знаю сейчас, я бы никогда не вырезал бы себе гланды. Вот по глупости к врачам. Они больше не знают, вот гланды, то есть все как, что. То есть то, что можно решить простым, копеечным методом, без всяких, знаете, вот каких-то вещей, которые делают человека инвалидом, никто не знает. Вот она, книга, которая вам поможет легко и просто избавиться от кое-каких вещей, которые могут вас привести к летальному исходу. Лечение острого бронхита с применением керосина, лечение керосина мухнущего лишая. Лишайчик-то не любит. Не любит грибок керосинчик-то. Он не любит. Опыт лечения керосином ревмокардита с пороком митрального клапана сердца. Видите, даже. Быстрый способ избавления от радикулита с помощью керосина. Сложный рецепт керосина от артритов, миозитов, подагры, отложений солей. Растворяет керосинчик. Настойка керосина и красного перца от простуды. То есть можно еще усилить действие керосина, если мы с вами туда добавим вещества жгучей природы. И он тогда станет более таким каким-то активным, вот, против, действительно, против того, что человек промерз, то есть надо его прогреть. Пожалуйста, вот оно. Так, рецепт народной медицины, применяемый при насморке, лечении керосином чесотки в шее обычных и лобковых. Не любят вошки керосина, оказывается. Лечение остеохондроза в домашних условиях и использование керосина. Керосин против онкологии. Огромный пласт имеется знаний, как применять керосин при онкологии, рассказаны. И вот, кстати, вот я и рассказываю. Керосиновая методика лечения рекомендуемая Паулой Гайнер. Эта женщина сама заболела, она уже была там при смерти, и все. И уже, то есть, знаете, когда человек доходит после лечения официальной медицины до такой стадии, что они говорят, ну, вам осталось там недели две, там, три, и все. Мы что могли, то мы сделали. А что делать? Умирать? Пожалуйста, можно умереть. А если хотите побороться, ну вот она как раз поборолась. И в результате у нее родилась такая керосиновая методика лечения. Женщина, молодец. Керосин и рак желудка с метастазами. Спиртовая, в скобках, керосиновая настойка прополиса от опухоли головного мозга. Гриб веселка на керозине. Наружное применение керосина как транспортное средство биологических веществ. То есть керосин действует как растворитель. И он может вещества, которые в нем растворены, через кожные покровы туда дальше внутрь, значит, это транспортировать, и дальше они уже там работают. И, кстати, вот эту вот методику интересную придумал один из украинских целителей, который сам великолепно выглядел там. Трудно было сказать, что это какой-то дядька, чуть ли не 90 лет. Он как раз там омолаживал дикторов там, телевидения и прочее, прочее, прочее. То есть вот такое вот и есть. Это наружное применение. Керосин против вредителей сада и огорода. Можно, можно. Тема 4. Тадикамп – чудо-препарат. Что это за тадикамп? Откуда взялся? Откуда это название?
Вот вы как раз и узнаете. Приготовление тодикампа, опыт применения тодикампа, фитотодик, тодикларк, все вот это такое. Что это такое? На основе все керосина. Тема пятая. Отзывы статьи о керосинолечении. То есть, а как люди применяли, а как они отзываются, а что они делали. То есть, когда вы там читаете, у вас слаживается какая-то картина, как они использовали, с чем они сталкивались. Тема 6. Другие углеродные соединения, использующиеся в народной медицине. Что используется? Бензин используется, чистый нафталин, фенол, креолин. Что, что и как? То есть это, конечно, сильнейшие, будем говорить, яды. А как их применяют? А что их применяют? А сколько их применяют? А где можно, а где нельзя? Все это есть. Тема 7. Лечение дегтем, золой, углем. Березовый деготь. И подробно про березовый деготь пошло, да? Дубовая зола, сосновая зола, зола вербы, зола сирени и ели. И, наконец-таки, заключение. То есть, ознакомившись с этой книгой, у вас возникнет понимание, как работать с этими средствами в том или ином случае. Вот что я хотел вам сказать. И как раз вот эти книги я, значит, подписал и высылаю Андрею.